Приветствую на канале. С вами ведущая срочных новостей. Сегодня ночью закончился сертификат сайта MusicWars.ru. Данные обновляются. В связи с массовым сбоем снова не было. Никаких сообщений в официальной группе. Это уже не первый сбой за последние два месяца. Игроки в ярости и требуют компенсацию от разработчиков игры. Из-за их отелного отношения к серверам игры многие потеряли ресурсы, карты с экспедицией, билеты на полигон и многое другое. Время общих сбоев приближается уже к нескольким суткам игровой сессии. Хотелось бы задать вопрос. Где компенсация? Где возмещение? Вам наплевать на игроков? Такое отношение в других проектах приводит к массовому уходу? Вы хотите такого же в этом проекте? Много вопросов назрело у игроков за последние месяцы игры. Что же отвечают разработчики и техническая поддержка? Ничего. Ошибки игры продолжаются и, думают, будут еще. Пишите в техническую поддержку о компенсации. С вами была ведущая новостей на канале Лига Music Wars.